Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращать? Что, да. Крым! Часто звучащий вопрос. Чей же Крым? Давайте обсудим, чей же Крым. И... Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине? Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращать? Оказалось, что да. Вот я не считаю. Она преследует меня постоянно. Я бы не сказал, что это была самая удачная метафора. Захват Крыма был нарушением международных договоренностей, вредным нарушением международных договоренностей, потому что... И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Где и Украина, я не знаю, крымские татары, все заинтересованные стороны продолжительное время могут вести агитацию... Я думаю, что все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой, но никаких перспектив не видно. Десятки лет. Ну, арабо-израильский конфликт на сколько лет? Японские острова на сколько лет? Это десятилетия.